В нашей стране угон машин – дело обычное. Каждый год количество угонов в соотношении с покупкой автомобилей растет. Какие же марки машин являются самыми уязвимыми в этом плане? На первом месте марка «Лада». В истории России она еще не уступала этого сомнительного первенства ни одной иномарки. А номером один среди конкретных моделей является заслуженный ветеран ВАЗ-2106. Автомобиль привлекает злоумышленников отсутствием серьезных охранных систем, а также простотой запуска мотора без специальных инструментов. На втором месте японские автомобили. Фаворит в этой группе, конечно же, Toyota, в особенности Toyota Corolla. Но специалисты говорят, что у владельцев подобных машин есть много шансов вернуть свое транспортное средство, поскольку угонщики не разбирают их на запчасти и не придумывают многоступенчатые схемы легализации, а просто продают авто по поддельным документам. А вот часто угоняемым седаном Camry и классическим внедорожником Land Cruiser повезло меньше, и в большинстве случаев угоняют на заказ. В рейтинг самых угоняемых машин в России 2015 года вошла еще одна японская машина – Mazda 3. Кстати, именно она стала абсолютным лидером столичного топа среди иномарок, в общем зачете уступив только российской Lada Priora. Причина угонов здесь другая. Автоворов привлекает дорогие и редкие запчасти, пользующиеся огромным спросом на теневом рынке. Следующая в рейтинге марка – Nissan, если точнее, Nissan Tiana. Их угоняют на заказ, поэтому эксперты советуют владельцам таких машин не скупиться на полное каско и спутниковую противоугонную систему. Renault Logan взлетел в продажах, а следом и в рейтинге самых угоняемых авто. Причины понятны – эти недорогие машины требуют очень высоких расходов на запчасти, и водители всеми силами стараются снизить свои затраты. Среди автомобилей, снискавших популярность у автоворов, стоит отметить также Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris. Такие машины можно найти практически в каждом дворе крупного города, да и на дороге не столкнуться с ними попросту невозможно. Следовательно, преступник, выбравший своей мишенью такой автомобиль, будет попросту незаметен и сможет быстро добраться до нужного ему места. Топ самых угоняемых машин в России вошли также Mitsubishi и Honda, которые уступили свои лидирующие места новым мишеням преступников. А если говорить о премиальных автомобилях, то их рейтинг в масштабах России возглавляет Mercedes-Benz, за которым следуют Lexus, BMW, Infiniti и Cadillac. Однако тенденция налицо. Автоворов все больше интересуют относительно недорогие машины, которые становятся легкой добычей с минимальной вероятностью задержания. Олеся Чернявская, «Утренний коктейль».